Буквально натрапив на дуже цікаве повідомлення. ЗМІ поширюють, не перевіряв ще особисто, не знаю, наскільки правда, але суть в тому, що ось росіянок можуть просто змушувати народжувати. Пишуть про те, що Міністерство охорони Російської Федерації, вони виступили за обмеження продажів препаратів для медикаментозного аборту і дуже посилення таке серйозне контролю за ними в аптеках і клініках. І виходить так, що, по суті, і справді... росіянкам не будуть залишати вибору, і Міністерство охорони якось спільно, мабуть, і з іншими органами влади будуть приймати таке рішення. Що ви думаєте от з таких новин, які з'являються? Тому що для мене це досить дивно, насправді. Ні, ну це у них в рамках от цієї взагалі боротьби з тим, що за сімейні цінності, да? Вони ж на прошлій неділі запретили міняти пол. Що там ще вони запретили, не пам'ятаю. Ну, ЛГБТ давно запретили, потім пол міняти запретили, тепер аборти запретять. Они же возвращаются к традиционной, так сказать, деревенской ценности, ценностям российской деревни. Чтобы был поп, там, попадья, вот это все, там, 12 детей. Им же надо много, им же воевать теперь долго, всегда, скорее всего, пока РФ существует. Вот, поэтому, вот, традиционные ценности, больше я ничего не могу про это сказать. Пане Михайло, а чи не є свідченням того, що якісь це сімейні цінності, а підтвердження тези, що баби ще не рожають? Ну, це, звісно, само собою, але я ж говорю, тому що їм воювати тепер довго. Вони же, Путін же сказав, по суті, в своїх вот, посланнях федеральному собранню, він, по суті, сказав, може бути, не зовсім прямими словами, що війна не надовго, вона навсегда, що Росія тепер буде воювати всегда, він це сказав. Не надо там думать, что война кончится, не надо думать, что вот так или так будет. Он не говорил слово «всегда», но это вот из всего проистекало. Потому что в нынешнем виде вот Российская Федерация, вот это государство, которое существует сегодня на этой территории, там же может быть другое государство завтра, но то, которое есть сегодня, с ее нынешней системой власти, оно не способно жить по-другому уже. Оно не может закончить войну никаким способом, просто вообще никаким. Оно может заморозить конфликт, там, перестать стрелять на время, потом продолжить, но других-то способов жизни у них уже нет. Они все переориентировали на войну, а обратно переориентировать невозможно, потому что у них некуда. Ну, у них же нет технологий, они под санкциями, они не смогут выстраивать никакую другую экономику, кроме военной. Просто никакую другую вообще, у них нет шанса. Поэтому им нужны, да, нужны новые люди обязательно. Но как бы пока либо мы, ну, весь мир цивилизованный разрушит вот это государство РФ, и тогда как бы на этом месте может возникнуть что-то нормальное, либо эта штука будет воевать всегда, потому что она для этого построена. Це так, і буде виходити так, що або вони працюють на свою військову економіку, або тоді буде той крах, про який ми тривалий період вже говоримо. Так? І виходить, що Росія розділиться на декілька менших, але все-таки таких, ну я не знаю, утворень просто, який юридичний вигляд воно матиме, це ми дізнаємося лише згодом. Але от що тоді? Що, якщо не військова економіка і військова машина, яка зараз дуже активно працює на території Росії? Ну, во-первых, я бы даже не совсем назвал это классической такой военной экономикой. Классическая была то, что в нацистской Германии, когда вся страна работала на военных заводах. В России это не так. В России есть деньги, в смысле, они должны добывать нефть, а дальше вопрос, куда ты эти деньги деваешь. Нефть добывается, тут не вопрос, все, им англичане построили в свое время там эту систему нефтедобычи. А дальше, раньше, вот до войны, ну, имеется в виду до даже, там, не знаю, 12-го года где-то, до возвращения Путина к власти, вот эти нефтедоллары, они как бы рассеивались ровным слоем, в том числе на население. Да, понятно, элита забирала свою большую долю себе на особняки и так далее, но дальше раздавалось остальным. Раздавалось остальным, они богатели постепенно, они покупали себе холодильники, автомобили. То есть это была страна большого потребления, потребительского бума. В этом была экономика Российской Федерации. Ну и, соответственно, кстати, появлялись и заводы, которые производят эти холодильники. Сейчас не так. Сейчас на эти деньги, грубо говоря, нанимаются люди, идти воевать. Дело не в самих военных заводах. То есть у них сама война экономика. Не военная промышленность, а именно сама война. А снаряды они будут покупать у какой-то Северной Кореи. Это северные корейцы будут работать на войну. А русские будут только воевать. Вот. Но что касается будущего, ну, там не обязательно, кстати, чтобы территория разделилась на разные. Это может быть и одна территория. Вопрос же государства, да? То есть что такое надстройка? Меняется надстройка. Земля, она же земля, что там? Вот вода, вот вам болото, вот лес. Вот сколько-то людей здесь живет, сколько-то здесь живет. А вот кто ими управляет, это такой сложный вопрос. Это может быть и просто новое государство. Ну, вот там, оно не обязательно должно менять свои границы, скажем так. После Второй мировой войны
Япония же не поменяла свои границы. Хотя нет, поменяла, конечно, у нее отобрали все колонии, да? Но вот на этой же территории, на этих же островах возникло новое государство на других принципах, с другой конституцией и, соответственно, с другими ценностями и с другим направлением жизни. Ну, правда, ее пришлось для этого оккупировать, есть нюанс. С Россией не знаю, как получится. Пане Михайле, і коротко ще на завершення, щоб так підсумувати, оскільки ми згадали за економіку Російської Федерації, бачимо, що росіяни зараз купують менше іноземних автомобілів, бачимо падіння експорту, зокрема доходів від експорту самих енергоносіїв, бачимо, що рубль у такому вільному падінні росіяни зняли, за деякими даними, з рахунків більше 1 мільярда доларів, тобто бояться. Як це все впливає на звичайного росіянина? Тому що на початку вторгнення ми всі казали, що от коли буде санкція, ці накладені на те, те росіянин звичайно відчує зараз, чи він відчуває це? Да, но это не критично. То есть, как бы, ну хорошо, раньше человек собирался купить автомобиль там Peugeot или не знаю, чего там он мог купить, Opel, а теперь он купит китайский автомобиль. Китайский автомобиль проще, дешевле. В рублях этот китайский автомобиль будет стоить, ну, наверное, чуть больше, ну, в рублях. Поэтому у этого человека, естественно, в этот момент не хватит там на какие-то вещи, но раньше они ездили отдыхать в Турцию или в Египет, или даже в Испанию, еще куда-то там, на Доминиканскую республику. Сейчас они едут отдыхать на озеро Селигер или что у них там есть. Вот. То есть они будут жить в среднем беднее на сколько-то процентов, потому что, например, доходы от нефтегаза, от нефти уменьшились в два раза за год, в два раза. Это конкретно от нефти у бюджета. Но зато китайские автомобили приехали, все китайское стало. Оно хуже. Но оно, то есть по той же цене люди получают продукт намного хуже. Но у них с едой, например, давно это произошло, еще после санкций за Крым, когда они сами ввели санкции на западную еду. Вот они теперь едят там, по сути, говно во многих случаях. Такой средний россиянин, не тот, кто может элитно потреблять и контрабанду. А там, ну, пробовали бы вы обычный сыр из России, вы бы там были в шоке. Он, его кладешь в холодильник, на следующий день он красной жидкостью истекает весь прямо вниз. Вот. Ну, они привыкли уже, это нормально. Так, вообще-то, и было раньше в бедных странах. Пане Михайле, ну все, що можемо сказати, це смачного. Будь ласка, власне, на що заслужили, те і споживаєте. Врешті-решт, дуже ми дякуємо вам, що ви знайшли час доєднатися до нашого ефіру за цю розмову. Михайло Шейтельман, політтехнолог, був з нами на прямому зв'язку. Будемо раді бачити вас іще в наших ефірах. Дякую.